Знаменная группа под гимны России из Севастополя выносит главные символы страны и города. Так, в 5-й гимназии традиционно начинается новая учебная неделя. Для меня линейки очень важны. Мне интересно послушать то, что говорят на линейках. Когда звучит гимн, я чувствую подъем патриотизма и радости за нашу Родину. После торжественной линейки учеников ждут в классах на разговор о важном. Тема этой недели – медиаграмотность и цифровая гигиена. Как отличить настоящий сайт от фишингового, то есть подделки? Почему нельзя использовать один и тот же пароль для всех аккаунтов? Выкладывать в общий доступ документы, пароли, реквизиты банковских карт? Ответы на эти вопросы помогут защитить свои данные от интернет-преступников. Я узнала то, что не надо никакие данные углубленные о себе оставлять. И вообще желательно не надо оставлять свою настоящую фамилию, можно никнейм. То, что не надо также выкладывать какие-то посты в соцсети, которые показывают, где ты живешь, ну или какую-то углубленную информацию. Урок прошел в формате диалога. Ребята рассказывали одноклассникам о том, как на собственном опыте сталкивались с интернет-мошенниками. По словам учителей, такие истории помогают школьникам учиться на чужих ошибках. Я считаю, что авторская фишка как раз и заключается в привлечении детей, потому что на каждом нашем занятии я стараюсь, чтобы дети как можно больше высказывали по теме, которую мы затрагиваем. Это разговор их, а не мой. Я им только направляю, даю им дорогу, а они уже выкладывают и рассказывают о том, что у них наболело, что они считают нужным. Разговор о важном обязательно продолжится. Уже на следующей неделе урок посвятят отцу современного театра Константину Станиславскому. В этом году исполняется 160 лет со дня его рождения. Владислав Ивинин, Дмитрий Сидоренко, новости Севастополя.